Добрый день, дорогие подписчики. Сегодня у нас в обзоре такой необычный самянг. Зелененький. Есть еще такой розовый с морепродуктами. Но мы будем сегодня хавать обычный зеленый. Здесь, значит, что? Соус джаджанг, то есть черный соевых с, бобов, либо, ну, там написано черная фасоль. Ну, по сути, одно и то же, потому что есть бобы, блядь. И будут здесь использовать зеленый чили. В общем-то, корейская лапша, все как обычно. Лапша для варки. Итак, ребята, что мы имеем? Вот сам этот hot pepper, джаджанг соус. Это масло, ну, больше похоже на кунжутное. В описании мы читали, точнее. Ну и сам сушеный зеленый перец. Вот, сейчас это мы все сварим, добавим. Ну и будем пробовать. Итак, братва, сварился наш hot pepper зеленый. Короче, попробовал я отдельно все ингредиенты, когда варил. Масло нихуя не кунжутное. Я даже не знаю, с чего его давили, но вкус очень прикольный. Я поддельно его так в бутылочке бы купил. Ладно, сейчас мы, блядь, пробуем. Пахнет так же, как обычный черный джанг, хиранг, блядь, чаджанмён. Все оно ебеобразное. А вот вкус, ребятки, сука, отличается. Я еще раз напомню, что здесь зеленый чили, не халапеньо. Халапеньо — это другой сорт перца, блядь. Именно зеленый чили, он здесь чувствуется. То есть по вкусу он отличается от того же, ну, кислотной пачки самянговской джанг соус. Здесь, острый и такой вот, как кислый чили, напоминает отдаленно. Вкус ярко выраженный, палец, ну, стандартно. Просто давненько не ел. Закусывать все это дело я буду бутербродами со шпротами. Сейчас еще лупану жиже. Аж прослезился, блядь. Короче, очень вкусно. Рекомендую, вот, насколько я их только карри покупаю, на так, ну, иногда похавать, не для съемок, и карбонара. Но вот этот прям зашел, уже зашел. Ой, что будет на выходе, это вообще ужас. Ладно, ребята, покупайте, Самян, как всегда, держит свою марку, за базар отвечает, так сказать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и до скорых встреч.